Всем привет, друзья! С вами Натиша и Фрейлдспенс. Внезапно, что я хочу вам сказать, друзья? В общем, я решила создать такую рубрику для прохождения в клубе, как Аксклуб. В этой рубрике, в рамках этой рубрики, я буду выпускать игры очень нишевые, странные продукты, но которые мне чем-либо отвлекают. А как вы можете видеть из представления данной игры, стоит, на самом деле, понятно, по каким причинам выбор пал на эту игру, да, я это объяснила. И в дальнейшем мы тоже будем смотреть нишевые продукты, которые как бы имеют ко мне какое-то касательство, какой-то интерес. Будем ли мы их полностью проходить на канал, я не знаю. Вот, например, после Фрейда у нас непереведённая игра. Как я буду с ней справляться, я не знаю. Лучше говорить, что там еще карточки по центру, где вроде бы делать записи. Но в целом будет видно, да, то есть в зависимости от игры, как я на нее буду настроена, канал как раз и оживит. Сейчас проверю запись. Да, запись идет. Интертрати, ладно. Я стесняюсь спросить, какой это язык. Ну что, греческий. Странные слова продолжились. А, нет, это итальянский. Доктор
получил сложную женщину для того, чтобы интерпсихической проверки такой. Ну, какие-то прилагательные, бомбезные, нервные и какой-то. Сначала переведу это слово. Так. Ага, понятно. Он насмехается над высшим обществом сейчас еще раз переведу. Так. Не объясню в гедонических теориях. Секрет теста и главные, так сказать, главные предметы их разговоров на этой очень студии, на Байрачи 15. 53 колледж 53, очень колледж такой стал. Добивается того, чтобы он был исключен изгнан из этого человеческого сообщества. I'm fine, знакомое слово, которое я забыл. Так, ну вот так вот я буду переводить, что ж ты. I'm fine. А, ограниченный, так. Ограничить было, в общем, было деятельность, было месяц, но его это можно все-таки показать. Так, намек на то, что он еврей или что? Да. Еврейский, короче, метод. Да, есть еврей. Да. Первый раз, когда мы встретились, первый раз повторить, мы давали мне мы разговаривали в течение 12 часов. Продолжительностью 12 часов. Я был просто поглощен его бесконечной энергией. Это Юрий, конечно, что это он. А это кто писал? Бомбер? Ну ладно. Бесконечной энергией его... ярким и веселым. Наши пути внезапно разделились. Я понимаю, что его навязчивость сексуальности была специфичной и неприятной. Я не верю, что корень каждого психического боли и психологического дистресса может быть связан с этим травмой. Я верю, что кровь пройдет через кризис и без верного друга. Он закончит быть поглощенным. Он перестанет быть поглощенным и его призраком. Ну, примерно понятно, да? Кстати, Юнг примерно так и отправился. Фрейди, а я старше Буги, но уже значительно позже. Наверное, выдержка после того, как они там порвали. В общем-то, да. Если это будет говорить, сейчас мы уже немножко... Так, что ж, вот это...
А, необъяснимо. Ну ладно. Ну да, ты тогда его теория рассказывается, короче. Итак, доктор Фрейд, чего кроме первенного его умерли? Переведем тоже. Так. Продажная, минул. Минул. Ладно, запомню. Мы будем требующего. Я всегда был искусством музыкальных творчества. Выговором, что ли. Они как зеркала, которые показывают нашу информацию. Я думаю, надо встретиться. Кстати, может быть. Да, знакомство. Братание, надо запомнить. Интересно, что. Знать, может, братание с этим фильмом делится. Братание, не братание, я лично себе не знаком. Во, первое. Темная ночь души. Мне уже нравится название. Профессор, доктор Фройд. Так, а что это надо нажать? Так, и кто-то к нему должен зайти. В реальной темноте ночи души всегда 3 часа утра, а день это дня. Что имеется в виду? Всегда темно, либо это какой-то намек на какие-то следы в это время. Кто говорил, что быть? Кто бы не говорил, кто бы что ни говорил, это определенно правда. Короче, битва голосов, жемчужины моего ума. Я не знаю, опять же, что это слово. Божественное. Так. А как я мог прийти к этому? Ну... нет... ни одного самоанализа, который не проходит без сигары. Мне уже нравится тогда. Я умираю от своего яда. Защищая мою теорию, мои как бы прозрения, я должен действовать, опираясь на веру. На веру того, о чем я говорю, видимо. Я должен доверять моим инстинктам. Господи, escape. Вова, когда я забыла. В общем, выбраться, оградиться от общества. Наверное, это не совсем. Поворачиваясь в любопытстве на скептиков и друзей, находишь в себе загвоздки ночь от ночи, которые пересекают, ну, в общем, твое одиночество. Так. Что однажды покажет мне как отказ? Что однажды покажет мне как отказ, сейчас выглядит как гьюджик. Ну, такая клетка, которая мне нравится, судя по всему. А, нет, я перепутала. С гиутин. Гио. Так, а изначально... Что это за слово? Ладно. Так. Клетка обмана. Я не нахожу иных... так. Уже знакомое слово, которое я потеряла. Ага. Я не нахожу облегчения ни в вине, ни в людской компании. Даже секс в последнее время не доставляет удовольствия. Может быть, кокаин является причиной некоторой депрессии. Я все еще поглощен своей бессонницей, пока тут вот расхаживаю. Где тут? Не стой, Мандрагора. Я должен успокоиться и отдохнуть, если я хочу выглядеть. Если я не хочу выглядеть как, ну, в общем, наркоман завтра, ну, то есть зависимый завтра. Ну, темный такой монолог, не правда ли? Я говорю тебе, что наш дорогой доктор Фройд поглощен глубоким кризисом. По крайней мере, однажды в жизни, я думаю, ты чувствовал потерянным себя в лабиринте, в лабиринте без карты.
Сейчас это прекрасное время, чтобы познакомиться со своим разумом. Помоги ему найти свет и поменять радикально его взгляд на человеческую природу. Раскрой корни кризиса доктора Фройда. Изучи. Дискавер это типа... Раскрой, изучи. Возьми одержимость... как понять? Взять одержимость на себе Фрейда. На кокаинец или чё? Что это значит? Я чувствую, как будто ребёнок бежит сквозь меня. Чего? Что с ним? Реально пульсы. Что сделать надо? Вот его накрывает, конечно. Ну, его реально накрывает. Мандрагора для старушек не приготовит тебя к тому, что ты собираешься услышать. Что это значит? Нужно с первых выбрать действие, что употребить. Значит, это мандрагора. Это лютый метод. Эту сигару следует сочетать с хорошим многолетним виски. Но его уже накрыл, поэтому я выберу сигару. Я не буду так резко. Пусть разогреется. Кто говорит? Кто говорил? О, нет. Идеальная галлюцинация — это последнее, в чем я нуждаюсь. Я же сигару тебе советую. Ну уже, Зигмунд. Я могу зарашить на голос. Что такое мук? Забывай к рациональной богине. Выдохни. Я определенно столкнулся с другой стороны эффекта кокаина. Видимо, да, побочный. Просто протекло постепенно абстиненция, боли больше и позволяя себе много усилия, меньше контроля, и ты будешь становиться неврастенником. Боже. Это так коротко происходит, и так быстро уходит. Эффект имеется в виду, да? Так что... я лучше найду эту чертову мандрагору и вернусь в кровать. Может быть, твой внутренний демон решил вытрясти тебя? Может быть, никакая не бессонница, никакой кокаин не причина твоих... Не причина твоего голоса, копай глубже. Ой. Это нужно было выбрать, а я случайно нажал. Может быть, твой внутренний демон решил тебя... Да блин, я хотела... Другое ответить. Моё... Определённо плохая шутка. Первый из всех писем, потом... Звезда Давида на моей двери. И сейчас это все качество. Света, выходи. Как странно спрашивать моего внутреннего голоса. Как странно просить внутреннего голоса выйти. Я начинаю понимать. Короче, мы играем за внутренний голос деда Фрейда, да? Даже более странно, чем если бы... Даже более странно. Я бы сказал, это довольно глупо. Заткнись! Ну же, Зигмунд, это просто нервический припадок. Ты должен из этого выбраться. Так, и выбор. Тебе следует просить меня вместо того, чтобы меня затыкать. Тебе следует придерживаться ситуации с такой надменностью. Ты пытаешься придерживаться ситуации с надменностью, вот нет необходимости. Я здесь, чтобы помочь тебе. Давайте ему это докажем. Я не нуждаюсь в каких-то мастерах в моей голове, кроме бессознательного и суперэго. Этого достаточно, да. Это зря. Он всегда действует как... Вот так вот, пока находится под давлением. И это доктор Зигмунд Фройд в полном своем цинизме.
Он знает очень хорошо, кто ты. В конце концов, он знает очень хорошо, кто ты. Кто лучше, чем создатель психоанализа, может объяснить, может объяснить вообще явление внутреннего голоса. Так, погодите, это какое-то другое слово, я вбила случайно. Время пришло. Позволит поэту дать себе форму. Мы выбираем форму для внутреннего голоса. Как такого педанта кота для меня, как мудрого ворона. Ой, ну с котом у меня ассоциация разве что с котом бегемотом из Мастера Маргариты. А с вороном у меня ассоциация с произведением Грауна По, это очень долгий вариант. И неплохие. Ну, давайте это будет вот, ладно. Какие-то ошибки там получаю, потом читаю. Я не хочу представлять себя как кота. Анимизм не до меня, и я не защитник собак. Зигмунд, под моим контролем ты почувствуешь себя свободно в твоих печалях. Зигмунд, позволь мне взять вес твоего сознания на мои плечи. Ну, про печаль он не поверит, это тоже слишком претензионно. Ну, ладно. Такой свободы, которую ты можешь... Нет. Никакой свободы, то, что может быть предательством против твоей воли. Нет, не предательством. Сейчас, минутку. Это свобода, которая не... Это такой, короче, свобода, которая не может существовать, не возлагая на тебя свое время, волю, короче. Исчезни, уходи. Я хозяин своим мыслям. Я капитан моей души. Лицо гордость. Один должный ответ. С благо, как бы. Рейс. Простые слова забываю. Ну, в общем, да, с такой с благовольностью, с благостью и планом. Тоже что-то близкое. И ловкостью. Зигмунд, сейчас ты... Что это такое? Еще зачем? Дотронься до подбородка, положи свои руки на спину. Может быть, я проклят? Может, ты проклят? Это же нереально, я не могу контролировать свои движения. Только поэт бесказуемо предоставит твое присутствие. Сейчас время. Обновлять контроль, его под контроль. Сейчас ты сможешь суметь управлять его движениями и принимать решения о его жизни. Тебе следует знать, что ты не должен стоять, анализ просит внутренним голосом. Я не желаю взять твоей души, но я толкаю тебе сделать это. Давайте первый вариант. Ты проникновенно, утонченно, фьюси, что такое? Вычурный. Что-то сделано, короче. Ты упрямый. Ты следует быть частью моего подсознания. Причина, по которой я не знаю. Причина того, что я не знаю. Вот здесь. Там их почему к нему написано. Я желаю отдать себе контроль, но помню, что я займу исследую офис, осматривая зацепки, которые ты можешь
потом соотнести с его личным кризисом. Левой кнопкой на предметах. Собственно, вот такая вот завязочка. Ну, давайте несколько покрытий. Нежная полка. Кто за картина? А это кто? Дата Сократа. А что за сообщение? Давайте глянем. Ничего более видимого, чем вещи, спрятанные конструкцией. Нет ничего более видимого, чем спрятанные вещи. Так. Соответственно, какой-то... как это назвать? Древний камень у него дома, радио. Данные египетские... так сказать, сувениры. Картина. Портрет. Портрет Будды. Египетские статуэтки. Давайте поворонимся в книгах. Хороший выбор. Это не просто нежная полка для меня. Литература наиболее могущественный яд для... Ну, не только яд, но, видимо, зелье имеется в виду. Литература наиболее могущественное зелье для расслабления ума. Она содержит секреты, опять же, зелья. Любит только это слово. Бамс. Бамс. Не знаю, что это. Так. Ну, типа бальзам на душу, утешение. А каждый раз ты нуждаешься найти вопросы или ответы, проверяешь их. Это может помочь тебе. Ты хочешь прочитать? Ну, ты хочешь прочитать? Давайте спросим. А, то есть нельзя? Yes, no. Почему я не могу спросить, ты хочешь прочитать? Ну, как-то да, если согласна. Записи... записки из подполья Федора Достоевского. Читать Дориана Грея и Оскара Уайльда. Темпеста я не начал. Ооо, какие у тебя мрачные книги. Давай про наш тест-ридинг, давай про Дориана Грея. Каждый импульс... Ага, подавлять. Каждый импульс, который мы подавляем, отравляет нашу душу. И так, когда ты именно вроде меня приходишь, стучат в твою дверь. Ты вылечишь свои грехи, ты вылечишь свою душу, в общем, покаявшись в грехах, видимо. Это ваш способ, когда ты именно вроде меня будет так. Ну, давайте этот вариант. Твое безволие не позволит тебе уйти далеко от старой девы. В смысле старой девы? Ну, безволие называется старой девой. Родила. Она, кто сияет, когда она идет. Я купила это в Ватиканском музее. Это символ Делириума и Майю и Эфикс. Это символ сумрака и Делириум. Это же сумрак, по-моему, переводим в Ма. И вспомогательно. А сократическому методу выявления подсознательного. А, ладно. Хорошо. Давайте тогда еще на блюдо посмотрим. Ну, это риск не отвечает, не сад, ну, в общем, не относится к этому объекту. Я купила его, находясь в путешествии в Америку. Он дает мне мир. Он дает мне умиротворение, когда я смотрю на него. Ладно. А египетские вот эти всякие штуки. Дальше репродукция Анубиса пирамиды Хеопса. Древний Египет полон мистерии и магии. Иногда я думаю, я слышу шепот. Это затрагивает меня глубоко. Печатная машинка. Телефон, не хочешь позвонить ко мне? Я могу позвонить Мине, моей педантичной секретарше. И сестра в законе. В смысле, сестра в законе. Закон. Так, ну это, в общем, такая домашняя связь. Никогда не смешивайте работу с длинными делами, запомните. Что за херня я занимаюсь? Я начинаю давать себе советы. Ну, как бы да. Чёрная машинка. Моя графомания — это патология. Патологичная.
Какой-то неизвестный звук, который переводчик даже не... А, нет, я просто, наверное, убивающий. А, ну, в общем, вот этот вот звук... звук чопающей машинки, вот эти клавиш. Чудесный инструмент, дающий мне чувство свободы. Так, ясно. Радио. Ну, просто жизнь была ошибкой. Регрет. Регрет. Сожалеть? Да. Что сожалеть никогда? Что же сожалеть о том, никогда не встретит тебя? Фридрих Ницше. Я, наверное, как-то коряво перевела фразу, но тем не менее. Египетский смотрит. Египтяне, что за предсказуемая предсказуемая? Что сказал? Прямо сейчас я должен принять их. Я должен принять их. Полиция. А, их традиция. Я прямо сейчас хотел принять эту традицию выдавленную мозгов из носа по синецке, что-то такое. Чтобы ты исчез. Я думал, ты будешь меня благотворить, как египетского кота. Я думал, ты обесцениваешь меня. Так. Ну давайте пошутим. Благотворить. Нет такого слова в моем лексиконе, в моем словаре. Собак. Блин. Даня, если ты не собираешься никого плавать. Может, он мой мир. Там был сильно твоей на кабуне. А я тут знаю, я не разбираюсь. Фрейд тяжело затянулся, стерна коричек. Фрейд похоже помогает снять стресс и любимый способ концентрации. Что он любит больше всего, похоже. Это стресс-бар также поднимается и опускается в зависимости типа сигара, который ты куришь, и последовательности, которую ты делаешь. О, время кубана. Физически сильный вкус. Идеально для ремонтных путешествий. Или что-то такое. Так, ну вот. Диван любимый. Это сделано мне... Это сделало меня известным, но это особенно дорого мне по своей сентиментальной ценности. Ну, до Сапаева. Это... Ну, вперёд. Сначала от миссис Беневельности и второго пациента моего. Я поселил вот этот персидский коврик, чтобы сделать его более комфортным. Когда я понял, что мои пациенты в общем, описывают свои представления, лежа вот так вот. Неохотный. Состояние транса. Не поняла смысл по предложению. Состояние транса длится дольше, и они менее охотно позволяют мыслям нарваться из группы. А что тогда? Наоборот, мы более охотно. Так, картину еще смотрим.
кошкам примесь. В общем, там какая-то сложная картина, просто Эленура. Написанная Карлом Кучаром в момент максимально эмоционального подъема. Напряжение, вернее. Это попытка. Это попытка. Метерный душ. Я часто чувствую себя так же. Это усилие метерный душ. Ладно, наверное, будем на этом заканчивать, потому что много переводить. Останется нам потом посмотреть на портрет. На статую Сократа. Точнее, на бюст. И будем дальше следить за развитием сюжета. Да, игра мне понравилась, она такая интерактивная. И действительно интересно, как выглядит проект разработчиков. В общем-то, пока его представляют с наркоманином, шизофреником немножко. Но, в принципе, в какой-то степени так и было. В какой-то, наверное, степени. Но игра мне нравится. Ладно, друзья, до новых серий, до новых игр. Пока-пока.